Что начать? Всем большой привет, и сегодня мы решили с Антоном снять челлендж, который называется Bean-Boozled. Да. Так вот выглядят эти конфетки. Здравствуйте. Будем рассказывать, что это за челлендж. Наверное, многие знают, да? Здесь много разных конфеток, и, например, одна и та же конфетка одного и того же цвета может быть, например, со вкусом тухлых носков, либо со вкусом тутти-фрутти. Я с тухлыми носками предпочитаю. Ну что, начнем. Мы, кстати, подготовили чай. И Тёму. Тёму и салфеточки. Ничего страшного, я думаю, многие собаки есть. Ну что, начинаем? Будем крутить эту штуку или нет? Или просто будем брать? Покажи, что здесь коробочка, тут стрелочка. Ее можно прокрутить, как в твистере. Ты и она покажет, какую нужно... Погромче говори сюда. И она покажет, какую конфетку нужно брать. Цвет какой. Давай, начинай. Крути. Зелененькая. Это либо козявки, либо груша. Давай я тебе дам. Держи. Я сразу, можно? Раз. Вот она, зелененькая. О, господи. Раз. Два. Фу. Подожди, а мне что, может попасться в окно? Да. Ну? Что, вкусно, что ли? Дыхни. Фу, это козявки, наверное. Да. Да нормально? Ну фу. У меня аж слезы потекли. Не, нормально, просто запить можно. Кошмар какой. Давай я крутить буду. Видишь, я тебя как люблю. Что-то опять та же. Давай другую. Желтенькая. Это либо... Попкорн, наверное? Нет, это да, это либо попкорн, либо протухшее яйцо. О, господи. Давай я тебе дам. Не, можно я? Так нечестно. Давай. Вот это, да? А тебе вот это? Не, мне кажется, вот это протухшее яйцо. Да? Да. Давай, я первый. Давай. Ну? Ну, это протухшее яйцо. Ну, выплёвывай, не обязательно жевать. Класс тебе, господи. Так нечестно, почему все невкусные? Не, нормально, кстати. Mm-mm. Да она сладкая. Она не сладкая, она только в начале сладкая. В чём они входят? Меня коричневая привлекает, давай без стрелочки коричневую. Да, коричневая это либо... Тёма ест! Да. Тихо, не ешь. Это не либо вкусно? А, это либо собачий корм, либо шоколадный пудинг. Я люблю собачий корм. Да, давай, раз. Давай, бери. Давай вместе. Сейчас, подожди. Да, Тёма, это собачий корм. Раз, два. Фу-фу-фу. А ты что, либо собачий корм, либо... Шоколадный пудинг. А, мне шоколадный пудинг. Мне ни одной вкусной не попало. Тёма, я тебе не дам. Потому что я люблю собачий корм, и я его пробовал. Ага. Давай оранжевую. Вот это? Оранжевую с пятнышками, которая. А что такое? Это, по-моему, блевотина переводится. Персик. Да, это персик либо блевотина. А, подожди, а какие-то они разные, оранжевые. Ну да, это либо персик, либо блевотина. А почему они все разные какие-то? Одни с пятнышками, не знаю, другие... Не вот эту. Угу. Сейчас себе. Блевотина какой-то. Некрасивая. Ну так переводится. Все так говорят. Давай, раз. Тошниловка. Тошниловка. Раз, два, три. Мне персик. Как невкусно. Персик. Блин, какой кошмар. Я не думала, что это так противно. Хочешь, я буду пробовать, а потом... Нет. Давай еще раз попробуй блевотину. Давай я тебе выберу. Держи.
выплёвывать. Не буду. Кошмар какой. Вот как надо правильно играть. Жевай до конца. Так, давай какие... А, давай вот это попробуем. Либо... Подержи. Давай либо протухшие носки, либо тути-фрути. Это какая? Это вот это вот. И все, самое противное мы практически съели. Держи. Давай. Сейчас я салфетку. Протухшие носки? Либо старые. Неважно. Я привык к этому запаху. Да ты чё? Какой кошмар. Вот. Раз, два, три. Я невозмутим. Потому что нет тути-фрути. Мне ни одной нормальной не попалось. Вот нормальный. Ешь. Да ешь, ешь нормально. А вот эту. На, давай. Я не могу больше, нет. Три раза носки. Давай вот эту сладкую. Тёма там встал, тоже бери. Мама сладкая. Да ладно. Как вкусно. Нанесите еще сладкое. Нет. Тоже бери Тёму. Смотри, либо паста, либо... Должно быть вкусно. Либо ежевика, похоже. Да. Мне паста. У меня тоже. Или ежевика. Мне паста. Паста, паста. Паста вкусная, кстати. Давай еще по одной. Паста. Мятная? Вкусная? Ну еще по одной. Не-не-не-не. Ну давай по последней. Она освежает. Давай подгузники сейчас. Давай прошу. Подгузники? Либо подгузники, либо кокос. А это белое? Да. Держи. Обычно сами все выбирают. Ну-ка, положи. Ты вечно мне подсовываешь, какие-то невкусные. Ну, я взял белую. Вот белая. Видите, белая. Ты не хочешь ропер плоской? Нет, у меня паста. Ты не почувствуешь вкуса. Нормально. Ну, какие-то будут подгузники. Ну, подгузники неплохо. Давай. Раз, два, три. Это не кокос. У меня какой-то запах. Свежего белья, да? Свежего белья. Вкусное? Да. У меня подгузники. И у меня подгузники. Но это не кокос. Давай еще. Подгузники. Подгузники. Да вкусно. Держи. Почему никому подгузники? Ну, я кокос хочу найти уже. Тём, встань на ножки. Иди сюда. Иди сюда. Давай, держи. Давай, давай. Вот, вот. Нет, сюда поближе. Давай. Давай, давай, давай. 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 Давай, вставай. Держи. Оп. Вот, вот, оп, вот. Нет, моя. Ой-ой, тади. Блин, обалдеть, посмотреть на твои салфетки, на мои. Что мы еще? Подожди. У меня безотходное производство. Ну? Ты все попробовали? Не, мы не попробовали зеленую. Это либо лайм, либо газон. Газон? Трава. На. Раз, два, в камеру смотри. Не на. Правильно, молодец. Раз. Я туда смотрю? Правильно? Да. Я еще иногда в ноутбук смотрю, я просто еще не привык, что нужно смотреть. Так жарко, да? Ноутбук. Давай. Очень жарко. Раз, два, три. Травка. Глаз, этот, лайм. Какая свеженькая. Алло. Еще раз травка. Я обожаю вкус свежевыжатой травы. Давай попробуем еще какой-нибудь страшный. Думаю, табачи. Я очень хочу попробовать этот грушу. На. А мне козявки попадались, блин. Сейчас прожую. Пить хочется. Интересно, меня было слышно? У меня микрофон туда упал. Снимем еще раз, если что. У нас много. Давай. У нас большая пачка. Да.
А, кстати, потом скажем, где достать эти бенбузлот. Я опять смотрю, короче, в монитор. А надо пальцем? Тыкать? Неприлично. Я нет. Ну, давай, давай зеленую, бери. Давай. Подожди, нет, почему такая... А, это не та, вот, вот это вот. Это либо вот козявка, либо... Ну, вот она. Да, блин, как хочу грушу. Я бы сейчас от козявочки не отказался. Сейчас салфеточку возьму. Ты столько салфеток израсходовала? У меня одна. А у тебя вон сколько? Раз, два, три. На халявке. Как это невкусно, да. Какой-то. Да блин. Не жуй такие козявки. Они в зубах, да? Что, еще по одной? Я грушу хочу. Давай. Ну, пробуй. Давай. Раз, два, три. Ну как? Персик? Блин, а мне что? Персик. Как вкусно. Не-не, все, я больше не могу, у меня очень много. Я еще одну. Давай. Оранжевая. Персик. Короче, я неудачница, я поняла. Нет, там правда персик был. Ну давай, все, хватит подать конфеты вредные. Теперь мы скажем, где купить эти конфеты. Сначала мы их искали в интернете, ВКонтакте. В итоге купили мы ВКонтакте только огромную упаковку, потому что меньших размеров не было. На самом деле это все продается в республике. Ну, правда, не во всех. На самом деле бенбузл не во всех республиках, поэтому предварительно можно позвонить и уточнить. А так там и маленькие продаются, и большие, и вам не придется тратить деньги на вот такую вот огромную пачку. Коробку. Ну, друзьям будем раздавать, наверное, да? Машину дадим положим? Да, обязательно. Так что, друзья, берегите. Бенбузл будет в наших машинах. Мы поели, угоститесь и вы. Давай, заканчивай видео. Всем большое спасибо. Надеюсь, за вам просмотр. Понравилось и будет весело. Обещаем, что будем снимать влоги. Ставьте пальчики вверх. Так. Оставляйте комментарии. Я смотрю комментарии почти все. Маруся на них отвечает. Мы вечером садимся. А то он дышит больно громко. И Тёмочка тоже очень ждет ваших комментариев. Всем пока и до встречи. Увидимся. Новых видео. Сегодня Йо-хо! Поедем снимать влог для вас. Йо-хо! Пока, тут и не рычи. Ну что, нормально? Наверное. Не, я имею в виду, как тебе конфеты? Это нормальные. У меня вообще жесть попадалась. Ну, причем, знаешь, рвотина это не рвотина, это какой-то вообще ужас. Козявки это что-то вообще мерзкое. Такие вряд ли козявки. Не собачий корм, ну блин, ну можно. Собачий наверное. Корм нормально. Нормально. А вот сырова, подгузники и... Подгузники вообще, да, есть. И что-то еще. А, и паста зубная вообще нормальная. Угу. Улегся. Ну, персик противный был. Да, давай, собираем.